Это смещение опорно-двигательного аппарата, это положение внутренних органов. Конечно, это все было очень и очень пагубно для женского здоровья. Его называли «бес моды», и не зря. Слишком большая плата за стройность и красивый силуэт. Настоящие уникальные аксессуары 19 века и реконструкция платьев того времени – это новая выставка в музее «Город». Коллекцию привезли из Новосибирского музея мировой мемориальной культуры. Платье для дневных и вечерних прогулок, шляпки с перьями и вуалью, элегантные перчатки, сумочки и зонтики. Мы привезли порядка 30 платьев и 12 витрин с настоящими предметами быта, аксессуаров, которые именно относятся к 19 веку. И именно этой выставкой мы хотели бы, да, поговорить и затронуть тему моды, да, тему внешнего образа людей и, конечно, соотнести это с современным миром, да, провести аналогии. Ну и, конечно, чтобы каждый посетитель, каждый гость нашей выставки немножко задумался о том, как это тогда было, да, чем мы, может быть, до сих пор пользуемся, как мы сегодня производим впечатление. Выставка «Красивые люди. Мода и стиль 19 века» будет работать до 20 февраля в музее «Город». Кстати, в зале работает экскурсовод, который поможет погрузиться в мир ушедшей, но такой завораживающей моды. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.